Никуда не дошла, включила снова. Вот посмотрите, да, здесь вообще, да? Посмотрите, какой. Какой. Что это, да? Что это такое вообще? Что это такое, да, вообще? Вот просто какая-то подкова. Короче, хочу вам показать. Посмотрите, тут тоже на крыше три такие, да, близнеца. И вот тут пошли, тут у нас церковь, видите? Прямо около железной дороги, естественно. Вот. Сейчас я покажу. Ближе. Смотрите, какая церковь. Видите? Прямо около железной дороги, да? Смотрите. А вот видите, они вот туда, вот как теперь туда люди. На машине, наверное, только теперь можно, видите? Там в горах вот дома. И вот туда поднимались и упали. Понимаете, вот не поднялись. Вот. Тут мы тоже по стене идем, естественно. Видите? Вот это канал Орик, да? А потом сужается, ребятушки. Там уже резко сужается. И идет уже в озеро. И вообще сухой. Хотя дожди вчера были, ребятушки. Тут дело не в воде. Он, по идее, должен был сейчас быть с водой. Но... Ребята, у нас неделю у нас дожди шли. Вы посмотрите, какая прелесть сейчас в горах, да? Неделю у нас шли дожди. Но... Ой, тут еще двое, кстати. Но каналы вот эти... Постоянно сухие, ребята. Все равно нет никакой воды, понимаете? То есть это не для воды. Ни для какой. А вода вообще, я вам хочу сказать, всегда стекает там, где ей надо. Не там, где вот эти каналы у них стоят. Показываем сотовые, вот, да? Вот здесь как прямо вот, действительно как соты кладка. Так, ну что, мне надо идти к тир-вокзалу. Уже дофига видео сняла, я там хоть покушаю, блин, чуть-чуть. Сейчас я перейду. Посмотрите, все эти стены у нас. Знаете, стреза написано, стреза, знаете. Страза у меня вот просто ассоциация со стразой. Не, ну можно было перейти на ту дорогу, на ту сторону, но я уже поработала, в общем-то, достаточно хорошо. Сейчас у меня уже, наверное, будет пятое видео. Смотрите. Все, если вот наши вот эти, как будто вот опять, видите, посмотрите, растения, да, посмотрите, как пиявки, да, вот. Интересно, вот не первый раз уже в горах, вот помните, я вам показывала, но я была в стриме, и поэтому у меня не увеличиваясь они. Какой-то заброшенный дом. И туда, кстати, идет под низ, кстати. Под низ идет, видите? Подземный гараж там, подземный. Знаете, видите? Тайное, что дверь открыта, кстати. Ну, тут, видите. Замок. Ну, еще и собака лает. Знаете, посмотрите, да, деревья какие-то тоже вот, когда отмирают, становятся как пиявки какие-то. Так, ну здравствуй, жопа, Новый год, блин. Сейчас как выскочит на меня собачка. Пойду-ка я лучше по этой стороне, ребятушки. Вот смотрите, хочу вам показать кое-что. Блин, там дядька ходит. Я хочу вам показать, что
Вот сейчас он пройдет, а там и тетка еще, блин. Короче, короче, там труба. И вот это не из наших трубы идет дым, ребята, вот которые трубы я вам показываю. Вот смотрите, какая здесь, посмотрите, как... поглядите. Смотрите, какая здесь стена глубокая, поглядите. Короче, доказательство того, что вот эти трубы не настоящие, вот эти, которые я вам показываю. У них дым идет, ребятушки. Не... Вот, посмотрите, видите? У них дым идет. Не из настоящей трубы. Блин, у них такой совок. А из той, которая рядом пристроена. Это очень новое, кстати, наблюдение. То прикиньте, так что эти трубы действительно... Посмотрите, здесь наши тоже, видите, окна. Ой-ой-ой-ой. А вот здесь я заходила, ребятушки. А я еще боялась собачек. Вот, пожалуйста. Вот, я же здесь заходила, вот-вот. И смотрите, как стена, видите? Посмотрите. Ау! Надо съесть ее, блин. За задницу схватить ее надо. Блин, добыча уходит, да? Смотрите, какой дом красивый, да? Посмотрите. Так вот, вот из этой трубы не шел дым, ребятушки, а шел дым с трубы, которая рядом выходит из крыши, белая. Прикиньте, но так как там и мужик, и баба ходят, я не могла такой нонсенс, ну, снять эту. Это вообще же открытие практически. Хурму сниму. Вот. Понимаете, когда я говорю, что это трубы роста, а не какие-то трубы там для печки. Это вот. Людям приходится, блин, как-то приспосабливаться к этим домам. Сами сделали себе печную какую-то, этот, какой-то печной выход. Кстати, тоже. Да? Наверху балясины. Когда я говорю, что это ничего не дома, а когда мы ходим с балясинами что-нибудь, на терраске какие-нибудь, то это может быть, вполне возможно быть продолжение вот этой вот, типа что-то там, ну как, ну пусть будет дом, назовем это домом, но это не дом, видите, абсолютно, посмотрите, как бы террасы тоже идут, да, смотрите, террасы, видите, здесь терраса, да, и это как бы нам кажется балкон, на самом деле это не балкон никакой, это какие-то тоже слои стен, да, интересно. Вот. Ну что, очень даже мы хорошо походили. Можно было бы еще там подальше пройти, в ту сторону, вот, которую вот мы тогда гуляли, только подальше. Ну, я считаю, что я сегодня хорошо поработала. Вот. Там, небось, написано вилла, 100%. Сейчас посмотрим. Вот была на одной табличке была вилла, и она, видите, как бы умерла. Только имя написано. Пьера она, ребятушки, Пьерина. Пьерина, видите? Пьерина, блин. Видите, Пьерина. Вилла Пьерина, видите? Все, сдохла, ребятушки. Ну как? Она не сдохла, она впала в эту печку, поверьте. Сдохнуть они не могут. Стена, видите, вот эта вот вся железная дорога, она идет вся в тени. Вот. Там еще-то уже очень три важных момента. Я просто, видите, дождь шел, да? Я не снимала, я слушала музыку, и, ну, внимательно смотрела, чтобы материал-то нарывать. Вот, и, во-первых, очень классно нашла то, что около Бустер Ситца, это по этой же дороге, значит, ну, естественно, были просто из-под земли, торчали рельсы, ребятушки, просто. Вообще две рельсы из-под земли выходили, вообще просто ниоткуда, понимаете? Вот. И второе, это тоже вот Дармилета, это недалеко отсюда.
Как вообще вот тоже дома все на огромной, просто ни с того ни с сего, никакой ни канала рек, а тут же идет вот это вот из мега вот этих вот огромных кусков, значит, кладок идет стена, как бы вот как земля как бы, то есть слой как бы, на котором стоят дома, понимаете? Вот даже не такое, а еще гораздо огромные просто мегалиты. Вот, видите, посмотрите, стена с дырочками, видите? С дырочками. Видите? Смотрите. Смотрите. Тут же наши торчат эти всякие колодцы. Посмотрите. Видите? Щели. Там видите, да? Пожалуйста, вам. Вот такие. И там дальше слои выше. Вот красивое дерево сниму вам. И опять же, вот телефон не такой цвет передает вообще. Там абсолютно красно-красивый, а тут какой-то оранжевый придает. Видите, слои стен. Вот так, ребятушки. Стреза. И тут надо же, да? Тоже наш этот габинет, да? Наш какой-то старенький домик, да, видите? И там еще выцвешим, да, написано Стреза. Но при этом другой почерк, не наш, не сегодняшний. Вот посмотрите, наш сегодняшний почерк, посмотрите, как написано. Стреза. И сравните вот с этим. Да? Вот так вот. Вот заборчик наш, который, правда, заборчик, я тоже... Сейчас я уже не говорю про него пока, что это тоже наш заборчик. Ну, ладно, это мы еще вернемся. Ой, такая погода, как будто весна, ребятушки, знаете, вот, вообще. Надеюсь, я доживаю, доведу до этого. Посмотрите, тут тоже стена, видите, да? Посмотрите, посмотрите. И это, видите, асфальт тоже. Посмотрите, поднимается, это стена, посмотрите, посмотрите. Видите, асфальт поднимается уже, его уже еле-еле тут залили, а вот... А снизу стена идет, видите? Видите, посмотрите, посмотрите. И между двумя стенами, вот этой и этой, вот желобок шел, понимаете? Вот, и его попытались хоть чуть-чуть тут в норму привести. Видите, стена увеличивается. И тут тоже уже, да, посмотрите. Просто торчит стена, посмотрите. Из-под асфальта, видите? Вот-вот. Вот так вот. Одни стены, ребятушки. Стены. Стены погоняют. Видите? Пока зайду сюда, сейчас посмотрю, как там, что там с поездом происходит. Я так думала, что скоро поезд будет. Ну, я и поехала бы. Чё? Я уже поработала. Посмотрите опять. Соты. Видите? Видите? И крыша тоже, да, смотрите? Это такая, да? А это маленькая, смотрите. И Стреза тоже написано старым. Видите? Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, видите? Да, прям соты. Соты. Тут видите, какой гранит, посмотрите. Как обычно, кстати. То есть, как обычно, но вот на этих, которые... Старые которые, но соты вот эти вот не всегда. Так, ну ладно, ребятушки, я сейчас пока выключусь, посмотрю, что с поездом.
Вот. Если вдруг не включусь, то вы не обижайтесь. Я сегодня вам поработала, поснимала. И увидимся завтра. А если включусь, отключусь. Посмотрите, 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 посмотрите. Посмотрите, какие граниты. Посмотрите, да? Какие плиты гранитные. Посмотрите. Какие толстые граниты. Видите? Посмотрите. Ладно, все. Выключаюсь, выключаюсь, ребятушки. Посмотрите, посмотрите здесь. Какой гранит, посмотрите. И все, лесенки гранитные, мраморные. Мраморные, это мрамор, это не гранит. Глядите, и все в сотовых этих, видите? Ладно, ребятушки, со стрессы была с вами Наташечка ваша. И к тому же 15% всего батареи. Пока-пока.